Что нужно, чтобы быть здоровым? Нужно заниматься спортом. Есть фрукты. Питаться хорошо и заниматься спортом. Не курить. Не пить. Шмат молоді на школьной пляцоўцы подтверждение того, что место для реализации проекта обрано правильно. Дети жадают заниматься спортом, и организаторы імкнуться их подтримать. Как показать, что здоровый лад життя вести модно, инициаторы проекту привезли мобильную воркаут-пляцовку и зладили майстер-классы. Прикладно такую ж пляцовку, только она будет больше, 200 квадратных метров, побудуют на территории школы. Для турников будет гумовое покрытие и обовязково тренировочные схемы. Мы совместно с Федерацией Street Workout покажем ребятам различные техники, потому что очень много всяких упражнений. То есть это не только подтягивание, отжимания на брусьях, но это разные элементы, типа флажка, горизонтального виса и так далее. То есть это красивый вид спорта, он очень доступный. То есть, да, и в принципе на улице ребята могут заниматься, тренироваться, то есть для того, чтобы быть здоровыми, в форме и так далее. Я как работник этой школы могу сказать, что мы очень довольны, что наши будущие дети и нынешнее поколение может заниматься спортом. И мы можем тоже показывать пример. Пляцовку планируют сдать в червени. Так само инициаторы проекту проведут занятки по правильным харчеванию для кухаров школы, садку и просто цікавных. Проект «Твое здоровье у твоих руках». Частка проекта, який реализуется про ААН и финансуется Евросоюзом. Кристина Кранкевич, Денис Бутылин, новини региона.